Друзья, всем привет! Это девушка, зовут ее Румейса Гелги, она с Турции, попала в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подросток из ныне живущих. И ее рост составляет целых 2 метра 14 сантиметров. Я сейчас расскажу, с чем это обусловлено. Она получила награду от книги рекордов Гиннесса в своем родном городе Сафранболу, Карабюке. Это в Турции. Девушка учится в 11 классе средней школы, живет с родителями. У нее есть старшие братья, есть сестры, у них обычный рост. Дело в том, что ее такой высокий рост обусловлен состоянием, которое называется синдром Уивера, редкое генетическое заболевание, которое вызывает быстрый рост. У нее, к тому же, очень длинные руки, стопы девушки – это где-то около 31 сантиметра. Это эквивалент 47 размера мужской обуви. И поэтому обувь для девушки шьют на заказ в Америке. Гигантизм Румейсы мешает девушке жить нормальной жизнью и, конечно, полноценно передвигаться. У нее есть специально спроектированная инвалидная коляска и ходунки, которые помогают ей двигаться. Девушка призналась, что насмешки со стороны окружающих раньше ее, конечно, сильно расстраивали. Сейчас ее уже не расстраивают, она понимает, что люди смеются над ней из-за незнания. Вместо негативных эмоций Румейса пытается найти положительные стороны своего внешнего вида и утверждает, что ей нравится отличаться от всех остальных и чувствовать себя особенной. Врачи говорят, что девушка больше не будет расти, поэтому ей не удастся побить рекорд самого высокого из ныне живущих султана Кассена, рост которого составляет 2 метра 51 сантиметр.